Добрый понедельник. И у нас сегодня цикл лекций. Первая лекция вводная прошла. Е равняется МЦ квадрат, все относительно. Лекции читает Иванов Олег Николаевич. Ну, мы приступаем к лекциям нового курса, которым мы объявили на вводной. Это архитектура сферы. Тема сегодняшней лекции – панорама эволюции живого вещества планет. Поскольку сегодня люди, которые занимаются международной деятельностью, все больше выражают обеспокоенность ходом развития, ну, скажем так, событий в мире, и сегодня это не сочтите за рекламу, статья есть независимой руководителя комитета Совета Федерации по международным отношениям, которая посвящена этим проблемам. О чем? Эта статья посвящена вот нарастающей неопределенности и непредсказуемости будущего в международных отношениях. Да, когда просто будущего. Любая точка зрения может вызванная на будущее может считаться реализуемой. Это, конечно, всех политиков очень сильно беспокоит. Вот, и я хотел бы, чтобы наши лекции, они как бы объективизировали происходящие события и служили бы ориентиром для тех, кто хочет услышать какие-то ориентиры научные или естественно-научные, если точнее говорить. И кто захочет ответить на какие-то вопросы, получить насущные вопросы, которые сегодня волнуют весь мир. И на самом деле это некие ориентиры для тех, кто не хочет слушать ничего нового, потому что нас слушают и те, на самом деле. Вот, потому как такая тематика, объявленная в прямом эфире интернет, телевидение, она, естественно, не проходит заметной для квалифицированных аналитических систем. А у нас принцип такой: если система имеет хотя бы там 10 миллиардов, то она уже имеет, я имею в виду там долларов, евро, то она имеет уже, по крайней мере, хороший аналитический центр, занимающийся стратегией и это вылавливает смысловые радикальные предложения во всех эфирах возможных, в том числе и в нашем с вами интернет-эфире. Значит, если вы обратили внимание на анонс, то его предваряет весьма жесткая схема эволюции планетарного вещества планет. Для тех, кто не слышал цикл лекции по физике сознания, я зачитаю коротко этот анонс. Значит, он звучит так: альфа и омега, ну, начало, отсюда импульс зарождения жизни, значит, накопление, дальше накопление потенциала устойчивости биосферы. Как бы пункт второй, накопление потенциала устойчивости биосферы, накопление живого вещества. Пункт третий – формирование разумных существ и их племен. Пункт четвертый – формирование государств и империй. Пункт пятый – это создание народа коммуникатора и формирование единой системы управления цивилизацией. Пункт шестой – формирование оптимальной архитектуры ноосферы и овладение критической энергетикой. И пункт седьмой
прорыв на сферы, в новые сферы мироздания, связь с новыми асферами. Точнее, более плотная связь с той альфой и омегой, от которой... Вот мы сейчас на пороге ставим вот этого последнего пункта, так я понимаю, нет? Мы фактически стоим сегодня на пункте, все-таки на завершающем этапе создания народа-коммуникатора и формирования единой системы управления цивилизацией. Мы стоим на завершающем вот этого этапа и переход в новый этап, потому что если мы помним историю, то это создание народа-коммуникатора, это, так сказать, это тот импульс, который в литературе через Моисея, на самом деле, может, это и более сложный процесс. Ну да, 5000 лет назад. Вот, значит, и этот процесс уже идет 3500 лет. Три с половиной тысячелетия, и, соответственно, этот этап сегодня завершается, и мы как раз на пороге формирования оптимальной архитектуры ноосферы и овладения критической энергетикой, и проводим вот этот наш цикл лекций. И именно для этого введения и предшествовал цикл лекций по физике сознания, индивидуального сознания и планетарного сознания, который, так сказать, является, ну, опорным для этого. Значит, вот эта этапность и обсуждение всех этих, как бы сказать, подробностей этих этапов будет нами рассматриваться в серии лекций. И, соответственно, на каких-то мы будем более подробно останавливаться. Да? Если будет связь с аудиторией, значит, то это будет более подробная связь. Какие-то импульсы уже поступают, это вне зависимости от того, читаем мы лекции, не читаем мы лекции. Может, это, так сказать, связано с нашей деятельностью, такой незаметной, общественной. Ну, вот, например, такая инициатива возникла от Массачусетского технологического института, если мне память не изменяет. Массачусетского технологического института. Значит, они объявили грант, который до конца года должны рассмотреть. Значит, не на очень большую сумму, но это $50,000, но смысл гранта какой? Значит, он предназначается тому, кто предложит решение проблемы мира на Ближнем Востоке. За 50 тысяч долларов? За 50 тысяч долларов. Что-то ребята вообще промахнулись. Опираясь на даже... Это за 3 копейки. Проблему Храмовой горы. Ага. Вот, значит, ну, но это за 3 я копейки. Должен сказать, что... Нет. Тут есть один маленький нюанс. Поскольку личность Машиаха, или, скажем так, того, кто запустит этот оформление этого института Машиаха, это заведомо личность альтруистическая, то личность альтруиста для него, естественно, не важны объемы средств. Но такая вот вывеска, это все равно, хотя что мормышка для Машиаха. Ага, да, мормышка. Значит, тем не менее, это очень любопытно. Ну, это шаг сделан, конечно, определенно конечно, это сделан конечно, уже конечно, умозрительный конечно, шаг. Конечно, то есть это очень в обществе важно. Созрела необходимость и потребность этих вещей. А самое главное, что это гласно обсуждаются те задачи, которые на самом деле негласно уже обсуждаются. Олег Николаевич, у меня возникает такая мысль, что мы вот этим готовим, да, почву, как бы, может быть, этими лекциями, а как-то помогаем, чтобы это быстрее происходило, чтобы созревали люди, потому что вот про обезьян-то знаю, про остров. Вы знаете, вот тут есть один маленький нюанс. Это не стоит, как бы сказать, завышать уровень того, что как будут востребованы наши эти лекции, потому что их значимость зависит от уровня востребованности. А я уже говорил, у меня есть один друг старший,
дай Бог ему здоровья, который очень влиятельный человек по своим возможностям, но когда он попадает в комнату, он занимает самую нижнюю страту в обществе, вот, угу. которая в этой комнате находится. То есть он так всегда да. раз и маленький становится. Да, я как-то раз увидел, как мой старший сын себя с ним ведет, а тот, ну, к нему как к любимцу. Относится. Да, относился, наверное, и относится. Вот, и я ему сказал, ты, наверное, не понимаешь, что как к сокалу нужно относиться... Ну, здесь же, если любовь, то все позволит. Если любовь, то тут свои, так сказать, расклады. Любовь прощает многое. Значит, так вот, в этой атмосфере, в которой сегодня действуют политические системы, ведущие государств, в которой теряются ориентиры, теряется вера в лидера, который сегодня единственный. Теряются веры в смысл и в идеалы, ради которых трудились многие поколения людей. Можно лидер, да. который сегодня единственный, это вы кого имеете в виду? США, вот, просто, так сказать, в мире. А, страну. Конечно, я-то конечно, думала конечно, человека, нет, страну. Нет. То есть теряется вера в США, ну, в Америку, да, образно говоря, в страну, естественно. В этом смысле сегодня очень важно, чтобы был очерчен некий объективный, независящий от этого, назовем так, настроения, состояния политических или финансово-экономических кланов, а некий объективный путь, который универсален для всего мироздания и который реализуется на любой планете в мироздании, будь то это Земля, будь то это планета на того Китая или созвездие Вега или созвездие Ориона. Значит, так вот, мы это затронем сегодня один из основных вопросов, это начнем с проблемы зарождения жизни значит, на планете. Поскольку эта проблема в одной из самых замечательных книг, написанных в последние годы по биофизике, это книга Льва Александровича Блюменфельда, профессора физика и создателя первой кафедры биофизики в Московском государственном университете, называется «Решаемые и нерешаемые проблемы биофизики». В нем проблема первых стадий эволюционного, первых стадий биологической эволюции это не является нерешаемой. То есть у него две проблемы рассмотрены в качестве нерешаемых. Это проблема индивидуального сознания, вот я живу, я существую, и я не знаю, как оно функционирует, это индивидуальное сознание, но все подтверждает, что оно есть. И проблема вот первых стадий прогрессивной эволюции или стадий зарождения, первой стадии зарождения жизни. Значит, естественно, в этом, вот, обратите внимание, в том перечне, в той панораме эволюции, которую мы нарисовали, то есть импульс зарождения и из альфа и омеги, так называемые, и это развитие до такой стадии овладения проблемами мироздания, что, так сказать, связь вот с этим источником импульса. То есть как кольцо замыкается, да, и снова приходим... На другом совершенно уровне эволюции, на другом витке. Первый исток. Да, первый исток. Вот. Так вот, какие существуют у нас на сегодняшний день взгляды на эти первые стадии прогрессивной эволюции или на стадии зарождения жизни? Значит, ну, естественно, самая такая главная
установка, которая сейчас стала очень модной, это религиозная установка. Угу. Жизнь создал Бог. И все в результате дела. Это шести дней творения, а после того отдохнул. Денек, да. В результате чего кто имеет субботу, кто имеет воскресенье, а кто пятницу. В зависимости от того, когда он отдыхал. Когда, так сказать, он установил свое летоисчисление, народ, пользующийся этой логикой. Ну, значит, вторая версия – это стадия занесения жизни из космоса спорами. Значит, угу. Или она называется еще панспермией. Подкинули нам, да, нас сюда. Да, панспермия спорами. Третье – это спонтанное зарождение. То есть некая флуктуация, угу. Значит, при определенных условиях. И вот эта флуктуация так развивается, что жизнь перла на земле, извините за выражение, и вот дошла до того, что мы вот сейчас с вами беседуем через такие уникальные системы, как интернет-эфир. Вот. Ну вот так вот эти три стадии, точнее три формы обсуждаются, как три это варианта обсуждаются как основные. Мы начнем, пожалуй, со стадии, то есть с формы третьей. Вот в результате, так сказать, некой флуктуации жизнь зародилась в первичном бульоне. Угу. Вот, и, значит, ну, вот условия такие возникли. Ну, что-то случилось, вещества, и вот в результате вдруг там ударом молнии или чего-то. Что-то там где-то, да, и ни с того ни с сего зародилось. Ну, да. Значит, наука, вот официальная биология, биофизика развивается порядка там 300 с лишним лет. Вот. За эти 300 лет возможности эксперимента фантастически увеличились. Угу. Значит, известен эксперимент Миллера, в который наилучшим образом его описывает Ленинджер в фундаментальной книге «Биохимия». Известен такой эксперимент, когда он повторил условия, которые должны были вот реализоваться на Земле в какое-то время в питательном бульоне в этом океане. Он, созданные условия, и попробовать зародиться. Пары метана, угу. Значит, все это гуляет, температура гуляет, и шарах несколько раз молнии. А после этого смотрит. И действительно, это в результате в объеме обнаружилось какое-то количество органики. Ну, угу. Во-первых, метан сам по себе это органика. Уже органика, да. Ну да. А образовалось несколько видов аминокислот, и приводится, так сказать, перечень аминокислот, которые образовались. Угу. Вот. А потом дальше это, уже... Эти опыты уже, так сказать, длительность, ну, там, на уровне это полувека, трех десятков лет. Угу. Значит, то есть получается, что возможен такой сочетание. Что любопытно, угу. Ну, это работа вот прогрессивной стадии, первых стадий прогрессивной эволюции, она является постоянным объектом исследования биофизиков. На кафедре биофизики МГУ, это под руководством уже нового завкафедры Твердислава, который сменил Льва Александровича еще при жизни, и я видел, как коллектив кафедры, так сказать, это воспринимал своего научного руководителя, это как дорожил его мнением. И вот новый завкафедры Твердислав, профессор Твердислав Вячеслав Александрович, Всеволод Александрович, точнее, он, его коллектив разрабатывает вот стадии зарождения жизни в океане, опираясь на поверхностные явления, на силу поверхностного, на поверхностные силы поверхностного натяжения
которые завязаны на активные биологические вещества и ищут объяснение хиральной, хиральному свойству живого вещества. Дело в том, что все аминокислоты в наших организмах, вообще все компоненты, они имеют выраженную хиральность, то есть спиральность. Mm-hmm. Если посмотрите, что такое хиральность, это закрученность молекул вдоль какой-то оси. И если такой вот раствор такого вещества, через него пропустить поляризованный свет, то он поворачивается, плоскость поляризации в этом растворе поворачивается. И вот большинство компонентов живого вещества, они как раз имеют выраженную хиральность. И поскольку это, как-то должно было появиться, все это объясняют, что вот в результате первого спонтанного импульса появилось некое хиральное свойство, которое потом в результате эволюции оказалось наиболее удобным, устойчивым. Никто не понимает, почему. Импульс откуда появился? А первый импульс, разряд молнии у Миллера. Миллер сам делал этот разряд молнии. Молнии абсолютно всегда в океане бьют огромное количество молний. В природе, на Земле молнии... В космосе тоже, на планетах разных. Везде, они везде. Венера, Марс, Юпитер, везде грозы. Где только есть атмосфера, везде есть грозы, везде есть молнии. На любой планете. А на Земле известно, что в водной насыщенности молнии были в огромном количестве, недостатков молнии не было. Но тут есть один маленький нюанс. Ни одна из теорий не может объяснить ни скорость эволюции, ни ее направленность, в особенности. Куда? Ни смысл огромной иерархии живого вещества. То есть, оно вроде бы и большое, это многообразие. И оказывается, что стоит только чему-то исчезнуть. Вытащить из этой цепочки. Как начинает все валиться. Да? По-моему, Артур Кларк написал в фантастическом романе это «Один человек в путешествии в прошлое нечаянно наступил и убил бабочку», цепь событий изменилась настолько, что он приехал, и в Соединенных Штатах президент фашист. И вы знаете, на самом деле, эволюции разных стран есть масса, событий, сам факт которых, происшествия которых он сильно настораживает. Например, в истории Соединенных Штатов есть факт уничтожения одной птички, которые были миллиарды, а потом не осталось ни одной. Это не воробьи? Нет, это китайские воробьи. Это были американские голуби, которых американцы просто истребили начисто. То есть они исчезли как вид. Вообще ничего не происходит в эволюции бесследно. И что это дало? Нет, это ничего не дало, это я просто отмечаю сам факт, что такие исторические факты эволюционные наблюдаются. Но уничтожать мы научились. Но ни один человек ни в результате никаких усилий ни разу не воссоздал из природных компонент ни биологического характера ни одной живой клетки. Ни одной? Ни одной, никто, никаких. Более того, задача такой создания такой клетки и никогда не ставилась никакой программе. Обратите внимание, у нас гигантские телескопы выведены на орбиту. У нас выведены, созданы гигантские синхрофазотроны. Миллиарды тратятся на этап познания. Но ни одно правительство, ни одной международной программы нет к
которая бы ставила задачей создать живую клетку из ничего. А почему? А очень просто, потому что все на самом деле знают, что это, извините за выражение в эфире, фуфло. Невозможно. Невозможно, да. Вот так вот. И это будут выброшенные деньги. Вот по той простой причине, что все на самом деле в обществе давно уже присутствует достаточно большое количество информации по поводу неизвестных феноменов, которые никак не объяснишь, опираясь на эту примитивную модель. Значит, поэтому мы ее вот, ну, у кого есть желание, да, взять ее, берите, углубляться, да, пусть он ее берет. А при этом пусть он еще зайдет сейчас на сайт французского космического агентства, которое открыли буквально вот на прошлой неделе информацию о части неопознанных летающих объектов, которые наблюдались в зоне влияния Франции. Слушайте, это на французском языке там? Нет, они уже и на русском публикуют, так сказать. Ну, в основном на французском, конечно. Mm-hmm. Ну, на французском, на английском. Вот, но, значит, этот факт публикуется. Значит, и такие материалы есть на самом деле в любой стране. Естественно, что это, если хоть даже какую-то вероятность это принимать, что вот есть нечто, что мы не знаем в мире, вот, то, естественно, уже этот путь вот, спонтанного возрождения, он отпадает, да. Он был, как бы сказать, его публикация вот этих вот феноменов была невозможна до самого последнего времени, пока мы на самом деле не стали обсуждать вот эти проблемы на другом совершенно уровне. Я думаю, что вот моя книга «Природа живых систем», где эти проблемы обсуждаются, она внесла свою лепту в саму возможность обсуждения этих вещей. Вот, поскольку я помню, напомню, кто подключился, была такая публикация нашего замечательного астрофизика Шкловского, «Человек, Земля, Вселенная», в которой он в первом издании обсуждал проблемы внеземных цивилизаций, а во втором издании, это в советское время, это в 60-е годы, с ума сойти, да, исчезло упоминание о внеземных цивилизациях. Понятно, это естественно. Нет, что... как раз это не естественно, поскольку советская наука, ей было доступно все, она никакими религиозными догмами не была скована. И почему-то исчезло. С инопланетянами исчезло. Да, почему-то исчезло. И на самом деле, к более глубоком рассмотрению, мы к нему все больше и больше будем подходить, понятно почему. Так вот, второй вариант – это панспермия. То есть жизнь занесена из космоса. В качестве спор, метеоритами. Угу. Идея блестящая, она очень хороша. Я так думаю, это, она наиболее привлекательна вот, в плане такой востребованности, помимо идеи божественного возрождения в Соединенных Штатах, поскольку, ну, скажем так, в 20 век туда из России эмигрировало такое количество мозгов, что, значит, при этом Россия вроде бы и сама не очень сильно потеряла, но в Америке и Сикорский, и Зворыкин, создатель телевидения, вот, так сказать, предтеча того, что мы сделаем, вот, кто туда только не уехал. Вот, американцы пусть на меня не обижаются за эту шутку, но для них это, конечно, вот такая это приятная вещь, поскольку они всегда с удовольствием забирали чужие мозги, брали, идеи воспринимали. Значит, есть один маленький нюанс. Значит, здесь напрямую-то взять нельзя, хоть и очень хочется. А степень безответственности этой идеи, она просто прекрасна. Значит, не умея ответить на этот вопрос сам,
ты благополучно перекладываешь ответственность на такого же вот исследователя, как мы вот сейчас сидим, только в далеком космосе, на какой-то очень далекой звезде. Пусть они лучше думают, откуда она первый раз зародилась, а к нам она уже попала спорами. Вот и все, да. Где-то же она должна была зародиться, правильно? Да, конечно, пусть даже на далекой звезде. Пусть даже, так сказать, это в созвездии там Китая или Альфа Центавра. Значит, поэтому она, как говорится, эта гипотеза нас совсем не устраивает. И уж совершенно не устраивает гипотеза религиозных вариантов. По закону отражения, говорят, все в этом мире происходит без сомнения, каждый день и каждый час, и на нашем настроении всевозможные затмения, излучения и свечения отражаются подчас. И на нашем настроении, и апатии, и рвении, увлечении и влечении, вплоть до умопомрачения, все небесные знамения отражаются тотчас.